Проходит матч чемпионата Московской области, Лига А, в котором встречается команда «Зоркий Красногорск» и знамя «Город Ногинск». Соперник достаточно интересный. В основном это молодые ребята, которые хотят проявить себя. В первом круге у нас с ними была тяжелая игра на выезде. Сейчас, я думаю, что каждый соперник, с которым мы играем, настраивается на нас по-особому, потому что мы лидеры турнира таблицы, и у каждой команды есть шанс именно во встрече с нашей командой проявить себя и, наконец-то, попробовать нас победить. Мы довольны результатом. В принципе, мы от этого матча, кроме того, что нам нужна была только победа, еще посмотрели несколько новых ребят. В этом матче, да, у нас дважды отличился Антон Епихин. Это наш ветеран, плюс, конечно, дополнительная радость, что забил Алексей Герасимов, ну, также Никита Босенков, который забил с пенальти. У нас на него большие надежды, мы, наконец, надеемся, что он проявит свои лучшие качества не только в матчах Лиги А, но и также во втором дивизионе. Но в целом задача в Лиге А у нас стоит побеждать в каждом матче, победить в чемпионате. Следующий домашний матч Лиги А состоится только через 2 недели. Вот. А что касается второго дивизиона, то 4 сентября на стадионе «Зорки» в 16:00 мы принимаем Красноярский «Енисей». Это достаточно молодая команда, амбициозная, поэтому всех ждем на стадионе. Будет интересный матч.